Ребята, всем привет! Привет всем, кто смотрит это видео. Хочу поделиться своими впечатлениями касательно этого замечательного тренинга. Чья-то жизнь поменяется в корне после этого тренинга. Кто-то ощутит какие-то незначительные изменения, но они в любом случае будут. Отдельно хочу поблагодарить Вову Шамшурина за то, что открыл глаза на многие вещи, на многие аспекты по части отношений с женщинами, с девушками. Многие из вас, ребята, пройдя этот тренинг, смогут найти ту самую единственную. Многим придется преодолеть большой путь. Но в любом случае у каждого из вас будет возможность поменять себя в лучшую сторону. Поэтому касательно своих впечатлений, они просто получил целую гамму эмоций. Вот сейчас иду в поле, буду опять себя перебарывать. То есть самое важное, ребята, не останавливайтесь, двигайтесь на пути к своим целям и верьте в свои силы. Знайте, что вы лучше, чем вы есть. Да, то есть, и знаете, если вы не пойдете на этот тренинг, то в любом случае найдутся ребята, которые смогут замутить с теми девчонками, с которыми не замутили вы. Поэтому давайте, ребята, начинайте каждый день, намечайте какие-то цели и добивайтесь этих целей. Неважно, сколько займет это времени, главное, начинайте. Запомните одну фразу: дорогу осилит идущий. Поэтому идите и добивайтесь. Вова, отдельное спасибо тебе. Вот, надеюсь, мы с тобой еще увидимся, будем пересекаться. Поэтому, ребят, давайте. Всего вам хорошего, успешного, поэтому удачи.